Московской городской думы от лица комиссии по экологической политике приветствовать вас. Вы молодцы! Молодежная палата Выхина-Жулебина организовала сегодняшний праздник. С праздником вас, друзья мои! Спасибо! Ну и вы видите, что мы праздник проводим на уникальной территории, который летом прошлого года правительство Москвы специальным постановлением, поддерживая инициативу жителей Петра Олеговича Толстого, присвоило звание особо охраняемой природной территории. И мне приятно, что вы на этой территории проводите праздники спортивные, изготавливали кормушки. Мы посмотрели, что действительно планируется раздельный сбор отходов. Поэтому, ребята, я на вас рассчитываю, что мы на этой территории будем отдыхать, что мы будем ее беречь, сохранять, чтобы не было здесь мусора, не было здесь костров, чтобы лес Жулебинский шумел листвой для будущих поколений. Спасибо вам! Ну а на старте, я думаю, сегодня победит сильнейший, несмотря на погоду. Решимость у вас очень хорошая, активность высокая. Удачи, хорошего забега, ребята! Удачи! Как пробег? Отлично! Я считаю, что погода нормальная, лыжня есть. Поэтому я считаю, что очень хорошее настроение, самое главное, все хорошее. Ну и потом, правильно мы говорим, что экология нашего дела. Я думаю, что лыжный пробег вы видите, и маленькие участники, и постарше детишки. Поэтому я думаю, что это хорошее начало. Молодежные палаты, район поддержит, так что все будет хорошо.